Беги, Димка, беги. А я спрыгну с быльца, если что. А, нет, ой-ой-ой. вот он. А! Ой, зараза, ну ты мне помешал, заяц! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Пингвинус, Гусанёк, Форум, Ампер, Угабуга, Куёка, Неон Кабачок. Пацаны, поздравайтесь. Привет. Однако, здравствуйте. Угабуга. Всем привет. Ребята, мы скачали очень классную карту, она вышла сегодня, и решили на ней записать. Аниматроники гоняются за нами. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ну что, Ампер у нас начинает мочить пацанов, и кто умирает? Берет аниматроника. И досмотрите ролик до конца, потому что в конце будет 7 аниматроников и один выживший. И как всегда, последний выживший сможет использовать пригвождатель. Димас, ты первым рядком? Нет, тут полулох. Так, а где он, пацаны, инфу? Он вниз, где стекло? Так, ребята, сразу подписываемся на канал, ставим лайкосик. И кто напишет классный комментарий, попадет ролик. И кто хочет с нами записывать, ссылочка на Discord в описании. Так, внимательно чекаем, вот он побежал. Как всегда, никого убить не может, потому что наполовину аниматроник. Ого, здесь же классная часть карты есть, я и забыл про нее. Ого, так она большая, смотрите. Ого, тут деревья валяются, полумертвые. Так, а где он, пацаны? Он до сих пор на стекле. А, он на стекле, понял. Я вообще убежал, фиг знает куда. Тихо, все, стоим, ждем. О, кстати, его можно сюда заманить, и он не сможет выпрыгнуть. Опять упал, да? Классно. Туда. А где он? Он там где-то? Так, подождите, он бежит, пацаны. Я пошутил у него. Никого нету там. Блин, я уже боюсь. Так, он за Фредди, да, играет? Голден Фредди. Да. Дим, давай будем чекать каждую позицию. Ты вот тот ход, а я вот тут. Давай, чекай. Ой. Кто, живой еще? Он наверху. Ёлка, блин, что ты его привел сюда? Так, стоим. Чего? О, можно по кругу будет тут так бегать. Эй, прикольно, кстати, выйдет. Так мы и сделаем. Стулья поломанные валяются. Тогда все разрушаем. Разрушители 2.0. Он рядом, да? Да. Я побежал. Во, вот отличное место, когда его видно будет с двух сторон. Вот эта часть карты мне больше всех нравится. Он еще никого не убил, что ли? Прикольно. Да. А он не сможет никого убить. О, я же забыл, что можно через перила перепрыгивать. А он этого не может делать. Будем это использовать в свою сторону. Представьте, ролик будет заканчиваться тем, что все-таки он никого не убил, и мы все живы. Напишите в комментах, сможет кого-то убить в течение 2-3 минут. Мне кажется, никого не сможет убить, потому что пацаны играют наигранное. Я вижу его. Опа. Опа, с шифтом. Офигеть, классно, что уже так убегает резко. Я хотел вам еще кое-что подсказать, он может телепортироваться, ну ладно, не буду этого говорить ему. Разве может? Да, может телепортироваться только с опозданием. Класс. Давай, проверяй. Дерзай, у тебя все впереди. О, вот уже хорошая часть карты, смотрите. Пока он спустится или поднимется, я же убегу. А карта реально запутана, как лабиринт. А где он? Я его не вижу. Он за нами бежит. Нема никого здесь. А, вижу, вы бежите, да, значит, Дима, он оттуда. Стой, он не бежит, мы тебя обманываем. Он не бежит. Так это я обычно делаю, обманываю. Чего вы меня со мной повторяете? Ну, там что-то там... Так, я вот тут стою. Все, вот это самая лучшая часть карты, потому что здесь прям легко убегать. А в кустиках можно? Ну что, минута уже смело прошла. Его никого не убил еще. Он снизу, возле офиса какого-то. Так, ну, мне нравится. Пока мне все очень круто. Мы взяли специально, ребята, таких аниматроников, где надо убивать только впритирок. На расстоянии не получится, со спины не получится. Так, значит, он сейчас поднимется наверх. Так понимаем? Наверное. Ждем. Еще ржет с нас, а какой подлец. Ну, можно просто спрыгнуть отсюда. Не надо. Он может еще по низу бегать, ты чего? Надо, пока он до нас добежится, уже полчаса пройдет.
Он же телепортируется, сам же подсказал ему. Никого не убил, пацаны. Ну, очень слабо аниматроником попался. А кричит на всю карту. Больше крика. Надо было тебе взять Фокси. Фокси быстрее. Я еще хочу сказать, что этот аниматроник убивает на расстоянии, но где-то 2-3 метра он может убить. Надо просто предугадать движение игрока. Где он? О, водичку попьем. Это не водичка, Дима, не пей это. Это отрава? О, опа, опа, первый умер. Ну что, теперь уже два аниматроника. Не, он кабачок лох. Так, надеюсь, я буду последний, и я смогу приглаждать или всех приглаждать. Хотелось бы очень это. Давайте проверим, двери никто не открывает нам. Здесь, да? А представьте, еще двери где-то открываются, можно было бы зашкериться. А туда можно? Дима, он сзади бежит, убегай. Никого нету. Слышу, слышу, бежит. Беги, беги, глупец. Быстрей, 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 быстрей. Опа, я уже здесь. Так, ну два аниматроника, это уже, ребята, я скажу, пожестче будет. А кричит как? Больше криков, меньше дела. Так, я убежал оттуда, все-таки там очень опасно находиться. Потому что аниматроник убивает прям сильно. С одного раза никаких вариантов нет выжить. Так, пацаны здесь шкерятся, вместе с вами постою. Ребята, сразу ставьте лайк обязательно, потому что один лайк — это плюс один к настроению. И поддержка канала. Поддержка тусов. Еще один. Еще один. Три аниматроника. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Будет в конце 7 аниматроников. Представляете, какое это мясо? Иди сюда. Нет-нет-нет. Ладно, идем. Что там, что? Ну смотри, какая-то странная здесь вода. Как пройти? Это что? Это не вода, это стекло. Видно же стекло. Фонарик включи, да, и ты увидишь. Ой. Кстати, стекло на втором этаже ломать можно. Да? Просто. Да, там я пацаны ломал. Убегают. Пацаны, они, наверное, не знают, где мы находимся. Классная часть карты. Прибежал, прибежал, прибежал. Вижу, вижу, вижу. Нет, это так не работает, отвали. А мы убегаем и ноги поджимаем. Очень страшно, очень страшно. Если бы я знал, что это такое, но я не знаю, что это такое. Уже, кстати, можно сгруппироваться и нормально так навалить нам по щам. О, Фокси! Беги, беги быстрее! Так, я наверх, наверху как-то безопаснее. Беги, Димка, беги! А я спрыгну с быльца, если что. А, нет, ой-ой-ой. Вот он, вот он, вот он. А! Ой, зараза, ну ты мне помешал, заяц! Ну из-за тебя я проиграл! Ну и все, я буду на тебя охотиться. Ну что, побежал, и теперь я. Ой, а Фокси такой медленный. А Фредди еще медленней. Чё они такие медленные? О, во, Бонька более или менее бегает. Ну что? Стекло не ломается. Стекло поломалось. Отлично. Аниматроники могут стекла разбивать. Так, гони их на низ. Гони, 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 гони. Дима, а я буду их мочить. Хочу тебя подправить, ты сам умер, потому что я сам видел, как ты а немножечко застрял. Я не умер сам. Увидишь на анимации, там прям откинуло меня от аниматроника. Не, я имею в виду, что я тебя не стопил. Ты стопил меня. Я просто хочу хоть кого-то виноватым сделать. Ты виноватый. Да, да, да. Есть! Есть! Я убил пингвинуса! Отлично! Мы убийцы стекол. Вот, ломаем, ломаем, ломаем стекла. Вот еще есть кусочек. Отлично. Ну что, стекла разломаны. Так, перекличка. Сколько у нас аниматроников? Я. А если остался один последний, можете оружие использовать. Не-не-не-не-не, еще много. Еще много. Живой, хорошо. Куёка, ты живой? Конечно. Ты зашкерился где-то опять? Ай. Ну там, бегаю, смотрю на драйв. Мне кажется, ты где-то заныкался. Да нет, я так. Нет, ну не кажется, я это чувствую. Пятой точкой. Мне кажется. Это все клевета. Это все клевета? Да. Понял. Так, подождите, тут по тени кого-то видно было. Кто-то здесь бегает над нами прям. Нашел куёк. А где он? Гони его ко мне сюда. Смотрите, это место, где я буду встречать. По-любому сейчас кто-то придет сюда. Ждем. Что за футбол? Давайте его. Во-во-во, вижу зайца. Так. Никого ты не видишь. Встанем, мы так ждем. Им не будет куда деться, только сюда бежать. А я буду тут... Блин, это аниматроник, я уже хотел убивать. Блин, классно, классно.
Ждем, ждем. Опа, Куёко, да, ну что ты? Разрушали. Отлично, отлично. Мне нравится. Остался. Кто еще остался? А последний? Все, можешь пригвождать, дать ему время, чтобы он пригвождатель взял. Стойте, хорошо. А, в смысле, это я последний? Да. Да, все, бери пригвождатель. А, стойте тогда, подожди. Так, давайте инфу, где он, будем его наказывать. Ну, я вообще видел, как ты, Дима, спускался или поднимался. А, вот так значит. Нашел его. Ты его нашел, да? Нет, он не нашел меня, нет. Так, 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 где-то он здесь. Спускаемся вниз. Я его нашел на втором этаже. Да? Все, вы убили его? А, нет, а вы друг друга мочите. Нет. Что-то я не слышу пригвождателя. Он пригвождает вас, пацаны? Да, я одного уже пригвоздил. Отлично. Еще одного. Ну где он? Подлец. Где? Он рядом со мной. А представьте, если он, короче, пацаны, повыживает 5 минут, и мы его не убьем, он будет победителем этого ролика. Ну ладно, 4. Я могу пригвожденным телепортироваться? А, нет, не могу. Все, пригвождатели слетели. Я его видел, он где-то здесь. Гоните его ко мне. Давайте так, если он 3 минуты повыживает, да, еще 3 минуты осталось. Кто выиграет, или кто его убьет, тогда будет лучшим аниматроником в этой серии. Что так, надеюсь, это я буду. Я хочу убить его очень сильно. Очень странно, в воздухе висел. Как так-то? Пригвоздил. Пацан, а где он? Дайте инфу. Он снизу был. Он на коврах? На коврах. Да, в КС-шку переиграл. Так... Так, вот пригвождённый стоит, значит, он где-то здесь. Пацаны, я застрял. Помогите. Не застрял ты нигде, я... Может, он тут где-то за столом сидит? Нет. Он снизу возле бассейна, там, где мы ныкались. Я понял. Так, ну что, еще 2 минуты, если он повыживает, он реально будет красавчиком. Ладно, 3. Он убежал. Бежал, да? Я вижу. Да, вон туда. Пригвождённых вижу, а его не вижу. Может, он где-то тут заныкался? В другую сторону убежал. А ну, никнейм, кто у нас остался в живых? Пусть Санёк. А, так ты вот такой у нас. И хорошо, и в гангбит сыграешь, да? И... Ой, я везде хорош, почти. Ну, сейчас мы докажем обратно. Дима, я знаю, где он. Я тоже знаю, где он. О, вижу его. А, ну, блин, я тогда телепортироваться. Вот он, внизу. Пацаны, внизу побежал. Один наверху стойте, вот так на проходе. Блин, ну, зараза, пригвождателем хорошо стреляет. Так, еще минута ему осталось. Или две минуты, да, наверное? Блин, он наверху. Пригвождатель слетел. Ну, блин, это было рядом. Ну, блин, ты за жопа морская. Ну, хватит его пригвождать. Ха-ха-ха, блин. Ну, это классно, когда все-таки, знаете, такой баланс. Пригвождатели не так долго и работают. Но я его практически убил. Это было на соплях. Какая тишина сразу стала. Да. Так, ждем его. Надо его, короче, на крысу как-то убить. Я вам дам подсказку, я на фонтане. Ой, короче, возле бассейна. Все, пацаны, давайте, идите на бассейн. Окружаем. Окружение, надо, чтобы было нас сильно много, он тогда не сможет нас убить. Есть! Я его, ребята, прочитал. Видели, он выглянул за угла. Кстати, тебе не хватило несколько секунд для того, чтобы ты выиграл. Yes. Так, давайте теперь сделаем так. Я буду один выживший, а вы будете все за аниматроником. 3, 2, 1. Я готов. Отлично, ребятушки, я затащу. Я с гвоздями так прохожу. Ты читер. Так, убегаем. Хотел продержаться пару минут, надеюсь, у меня получится. Я хотел, знаете, сесть на крысу и мочить всех. Ну хорошо, давай, тот, кто меня убил, тоже повыживает. Надеюсь, это будет последний раунд. Нет, а где Угабуга? А ну-ка, инфу, давайте. Зашкерился. Он, как и я, хотел сделать, но у меня, конечно, не сильно. Это хорошо получилось. Замаскировался немножко не так. Все, умели. Все. Это было очень просто. 3, 2, 1.
Выживает Ампер, так как он первый начинал у нас. Эй, что я не попал? Вы видели, это была в притирку. Что за зараза такая, а? Давай, на срез, беги ему. Что, не убили? Эй, нет. Ампер. Ого, нас толпа, и мы его не убили. Да как так-то? Убежал. Он смог убежать. Давай, Ампер, надеюсь, ты будешь лучше играть, чем первый раз в аниматроника. А, он режим крысы включил. Я понял. Внимательно чекайте его. Угу. Ну где же ты, а? Ой. Так, а сюда нельзя. Опа, нашел. Нашел? Мочи его, мочи. Бегу. Давай, я в тебя верю. Ой, где он? Ой, блин, это наш. Я уже хотел мочить. Так, где он? Я думал, он тут, а его нету. Эй, слышь ты! Крыса! Мы тебя убьем! Сам крыса. Так, я иду наверх. Я думаю, что он где-то здесь. Хорошего тут места, кстати. Прям отлично, его можно здесь убить. Так. А че его не вижу? Он ныкался. Я спрятался. У него нычка, да, хорошая? Да не хорошая, просто. Просто запрятался. Молодец. Пацаны, давайте. Последний левел. Опа, нас его там очень, значит, надо сюда бежать. А! Зараза, блин, если бы я нажал выстрел, я бы его убил. О, мы с Фокси постоим. О, а что так гвозди быстро пропали? Так, слышу, выстрелы где-то здесь идут. Это ж надо, представляете, обидно, не убил его. Да так. Ну как так-то? Так, Ампер, если ты будешь дольше гусь Санька выживать, значит ты победителем будешь. Он возле бассейна. И бассейна, бегу. Так, я его чекаю. Может, он все-таки выйдет сюда? Я его прочитаю. Так, убежал. Хорошо. Давайте сюда. Так, тут точно нету входа. Значит, где-то пошел. Здесь. На второй пошел? Да, где стекло. Ах ты, стеклянный человек. Я уже там нету. Да, блин, смотрите, он хорошо играет, пацаны. Нет, он на втором, он назад побежал. Вы смотрите, какой челебездрик. Не можем его убить. Вот, мне кажется, это место, где он по-любому будет пробегать. Ждем его. Вот так встанем за угла. Будем его выглядывать. Может, он здесь где-то? Его здесь нету. Че, пацаны, он уже минуты выживает, наверное, даже больше. Я больше выживал. Ну да, долго выживал. Посмотрим, побьет он твой рекорд или нет. Все! Гусь Санек в этом ролике победитель. Просто красавчик. Молодец, Гусь Санек. Если вам понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения. Всем. Все разрушено. Стекло не выдержало такой нагрузки.